я с игрушками? У меня. Первая будет отгадывать Ярослава. В каждом пакете у нас по 8 игрушек. Как вы думаете, ребята, кто из нас победит? Я или Рита? Напишите нам в комментариях. Сейчас мы завяжем Ярославе глаза и мы начнем отгадывать игрушки. Ярослава, ты готова? Угу. Готова. Что это за игрушка? Пупсик. Правильно. Теперь следующее. Что это за игрушка? Барашка, конечно же. Правильно. А что это за игрушка? Юхор. Правильно. А что это за игрушка? Лягушка. Правильно. А что вот это за игрушка? Попьем. Правильно. А что это за игрушка? Правильно. Ярослава, ты не подглядываешь? А что это за игрушка? Hello Kitty. Правильно. А что это за игрушка? Полочка. Правильно. Ярослава отгадала все игрушки. Ярослава, ты не подглядывала? Скажи честно. Я только подглядывала доктора Плюшева, потому что не могла понять что-то. А все игрушки вообще отгадала. И даже не смотрела. А теперь будет отгадывать игрушки Рита. Если она не отгадает, она опять эту же игрушку отгадает, потому что я не отключу, чтобы она быстрее отгадала. Кит. Это кит. Не. Еще чуть-чуть подумай. Это дельфин. Угу. Это пупсик. Подумай, кто живет в зоомагазине? Это пандочка. Следующее. Я пока вот этого держу. Это собачка. Угу, правильно. Это Мишка. Угу. Рип. Молодец, Рита. Это змея. Да. Двое игрушек там так на меня отгадают. Это кукла. Да. А как она называется? Из какого она мультфильма? Monster High. Нет. Рита, хорошо подумай. Это Лололупси. Да. Только не выглядит это число. Давай.
это собачка? Нет. Подумай, кто с большими ушами? Кролик. Кролик. Да. Молодец. Это кто? Попробуй вот это. Попробуй вот это, кто это? Вот угадай быстрее. У кого такие каблучки? Микки. Микки, только ее зовут не Микки. Ее зовут Мини, а не Микки. Микки это мальчик, а Мини это девочка. Молодец, ты все игрушки отгадала. Кроме одной. Ребята, я думаю, что победила дружба. Ну потому что уже все игрушки мои. Это не так уж много моих игрушек знает. Ребята, мы думаем, что вам понравилось это видео. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх, смотрите мое новое видео. Пока-пока.